Всем привет, меня зовут Богомолова Ольга, это новый выпуск дневника малыша на канале Мава Киа Раша. И в этом выпуске я вам расскажу о еще одном очень полезном гаджете для каждой мамочки, без которого я просто не смыслю ни один свой день. Поехали! Вот она, моя помощница и спасительница, без которой просто ни одного дня не обходится. Это видео-няня. Что бы я дома ни делала, убираюсь, экран со мной, умываюсь, экран со мной, глажу белье, готовлю есть. Это очень удобно. Еще, например, мне очень удобно заниматься с видеоняней дома спортом на тренажере. Вместо бутылочки с водой у меня здесь располагается сейчас наблюдательный пункт. А о том, как классно использовать камеру в ванной, даже говорить не приходится. Каждой мамочке известна ситуация, когда заходишь в ванную, включаешь воду, и обязательно тебе покажется, что малыш в комнате начинает кричать. Теперь не надо выпрыгивать из ванны и прислушиваться, что же происходит в комнате. Все прекрасно и так видно. Именно его я выбрала, потому что здесь очень много функций всяких разных. Здесь достаточно большой экран. Он цветной, что очень приятно. Во-вторых, здесь очень классный и очень чувствительный микрофон. То есть, если, например, я оставляю камеру с Мироном в комнате, я слышу даже, как прыгает кошка. И он реагирует на движение. Здесь есть датчик движения. То есть, если Мирон не шевелится, он просто тихо, мирно спит, то тишина. Как только он начинает возиться, включается звук, и все слышно, что он начал возиться. И я сразу же бегу к камере и смотрю, что же там происходит. Вообще, я этот выпуск снимаю сегодня с напарником. Сейчас я вам покажу. Напарник ни в какую не соглашается. Ты же хочу тоже сниматься, да? Да. Вот такие вот дела. Еще мне очень нравится, что здесь есть камера ночного видения. То есть, когда на улице темнеет, когда дома темнеет, видеоняня автоматически включает инфракрасное изображение, на котором видно все практически так же, как и днем. Можно малышу включить вот такую вот успокаивающую мелодию. Включить ее можно как с камеры, а можно со своего экранчика включить. Там же и можно отрегулировать громкость мелодии. Играет она в автоматическом режиме 15 минут. Мирон, тебе нравится такая песенка? Да? Ну и как вы видите, Мирону песенка очень нравится. Еще очень классная функция – это функция микрофона. То есть камера находится рядом с Мироном в каком-то помещении, экран находится рядом со мной, и если я слышу, что он завозился, проснулся, я включаю микрофон и могу, например, говорить. Он всегда очень хорошо реагирует на это мою ч-ч-ч-ч, его это очень хорошо успокаивает, и мне не надо приходить и убаюкивать и успокаивать его, я могу включить просто вот эту кнопку микрофон и сказать ч-ч-ч-ч-ч. И он чувствует мое присутствие, что я рядышком, что я его успокаиваю, и засыпает дальше. На камере вот здесь вот есть специальное крепление, то есть вы можете над кроваткой малыша, где вам удобно, прикрепить ее. Но я не прикрепляю, потому что она гуляет со мной по всем комнатам в квартире. Мирон у нас спит то там, то здесь, ночью он спит в кроватке. А днем он спит и в одной комнате на диване, и в другой комнате на диване может уснуть. И камера со мной везде путешествует. Я ставлю ее там, где мне удобно. Ну вот и все. Смотрю, мой напарник проснулся и вовсю уже возится. Так что увидимся с вами на следующей неделе в следующем выпуске дневника малыша.
Подписывайтесь на канал Мавы Киа Раша. Если выпуск для вас был полезен, ставьте свой лайк и увидимся. Пока-пока!